В зале суда у обвиняемого Александра Судакова ни родственников, ни знакомых. Квартиру молодой мужчина продал 5 лет назад. Скитался по чердакам и подвалам, перебивался случайными заработками и сдачей металлолома. Роковую роль в жизни подсудимого сыграло знакомство с Алексеем Подшиваловым и Сергеем Куропаткиным. По версии следствия, Судаков жестоко убил обоих. В ходе ссоры Судаков нанес каждому из них множественное ранение 2 ножами. Одному было нанесено не менее 16 ударов ножом, а второму Куропаткину не менее 23 и множественное телесное повреждение, от чего потерпевшие скончались. Все произошло в квартире 68-го дома по Ленинградскому проспекту. По материалам следствия, именно туда пригласил подсудимого один из погибших. Конфликту предшествовало застолье. Ссора, как и бывает в таких случаях, вспыхнула внезапно. Ругались недолго, следом потасовка. Судаков оказался сильнее друзей по застолью. Ножами бил сильно. Лезвие одного не выдержало и сломалось. После этого Судаков транспортировал оба трупа в ванную комнату, залил водой, закидал тряпками и посыпал порошком. И трупы были обнаружены через неделю. Александр Судаков вину не отрицает, однако в свое оправдание говорит, конфликт спровоцировали погибшие, он лишь отбивался от них. Адвокат подсудимого от комментариев на камеру отказалась. В ближайшее время областной суд определится с наказанием. За двойное убийство Александру Судакову грозит большой срок. Георгий Колчин, оперативное вещание.